Лето началось, четвертый день лета, а мы с вами на MDL Master Dota 2 Лига, сезон второй, ZD Gaming против LGD Gaming на ваших экранах. Немножко расписание поменяли, ну и ничего страшного. Первая игра должна была быть... Так, какая должна была быть у нас первая игра? IG против ZD, но вот у нас LGD, давайте... Тогда изменим ее в названии трансляции. Вот, теперь все хорошо. Замечательно. Спрашивают, почему перенесли игру. Честно говоря, не знаю, вот без понятия. Вообще нет информации, почему перенесли игру. Может быть, IG делают приседания командные или там, не знаю, командные обнимашки у них в это время как раз и нельзя играть. Ну, меня вообще нет. Может быть, они капусту шинкуют, ребята, как вам такое? И принесли игру, потому что шинкуют капусту вся команда. Вот пришел тренер, говорит, ребята, а сейчас новое упражнение. Сейчас мы рубим капусту и вперед. Все, пока капусту не порубите 15 килограмм, вот, потому что на International вы там выиграете или не выиграете, неважно, а капусту мы замаринуем, продадим, отправим, заработаем денег. Ну, да не суть, ребят. Давайте уже перейдем к драфту. Драфт у нас весьма интересный. Ну, из того, что вы, я думаю, уже сами успели заметить, пока мы тут рассуждали, почему перенесли игру. Так вот, самого интересного, бан Undying и Draw Ranger, вот прям как те баны, которые, знаете, готовился к игре. Вчера очень много пропустил времени, как-то не довелось мне смотреть квалификации на International, вообще вот ничего не посмотрел, поэтому срочным темпом нагонял. Если я не ошибаюсь, в финале вот как раз Zdek, когда играли против Ехом, вот там, кажется, то ли в каждой игре Draw и Undying были баны, то ли вот что-то такое очень часто встречались. Так что вот сейчас LGD, видите, пользуются наработочками, банят Дроу, банят Андаинга. А Цдек, кажется, ту игру, которую они выиграли, там, где Баунти Хантер был с чем же был Баунти Хантер? С Дагоном. Вот они вроде что-то такое вот похожее пикают. Ну, то есть тоже пикают Баунти Хантера, ну, да не суть. Пусть будет Баунти Хантер. Шторм, Шэдоу Демон, Лишрак, Бристлбэк, Шэдоу Демон, Лишрак. А Шэдоу... Вот интересно, Шэдоу Демон, Лишрак, то есть это значит, что это два саппорта тогда получается. Ну, обычно, если кэрри Лишрак, то ему Шэдоу Демон не нужен. Шэдоу Демон, он должен и так уметь... Ну, как? Понятно, что Шэдоу Демон — это хорошая штучка, с Шэдоу Демоном гораздо проще, гораздо интереснее попадать, скажем так, да, и еще и дэмэдж дополнительного там дает Шэдоу Демон, но, в принципе, можно и без него обойтись, можно взять какого-то более полезного саппорта, допустим, того же Леона или Расту, ну, вариантов масса. Что же касается ZD Gaming, то вы видите дефолтного гирокоптера. Почему дефолтный? Да потому что Rocket Barrage очень жесткий у гирокоптера. Вот и все. Вот и вся причина его дефолтности. Баунти аппарат. Ну, вы знаете, это говорит о том, что теоретически на линиях у LGD Gaming не будет проблем. У Лесника были бы проблемы. Баунти Хантер выходил, там его как-то находил, или там как-то, ну, в общем, вы поняли, да? То есть он бы его искал, он бы его там как-то пытался гнобить, не дать левел получать, там крипов, может быть, забирал. Ну, он и так это будет делать, но так ему будет, то есть он будет на отводах там пытаться что-то делать. Но теоретически, вот тот, кто пойдет сложную линию, кстати, это, я понимаю, Бристлбэк, вот ему будет не так уж и сложно стоять, потому что он теоретически будет против двоих стоять, причем против двух персонажей, у которых особо дизейблов-то и нет. Ну, разве что гирокоптер там через ракету будет играть и постоянно эту ракету наводить на Бристлбэка. Как порчу, но только ракету. Бестмастер последним пиком. Ну и Брюмастер. Ну да, директор выдает. А мы с вами, да, все у нас в порядке.
немножко подзавис, потому что... потому что так надо. Вообще, ремастер Last Peak, но пик у LGD, вы знаете, мне больше нравится, естественно. Ну, давайте уже прогружайте карту. Что такое? Что так долго? Немножко графика, конечно, не совпадает. Тут я уже заметил, что внизу там нет разреза для названия команды. Но... ладно, да не важно. 10 секунд остается. Так, вот. Отлично. Все, замечательно. Ну, попали мы наконец-то в доту. Так. Привет, дота. Доброе утро, Дота, давай с тобой знакомиться. Ну что, смотрите, капитан, директор Ксяо на Лешраке играет. Мэйби играет на Шторме. Брюмастер. Брюмастер Яо. Будет раскладываться на этом самом брюмастере, будет всячески напрягать своими клонами. Что касается Силара, то, как вы видите, он на Бристлбеке играет, то он не отправился ни в какую сложную, он отправился вот пока что в легкую линию. Ну и Shadow Demon, который ММА, который должен закрывать, который должен... Так, вот, кстати, первый бежит Гардер. Ну, об этом, конечно же, не знает LGD, а Гардер уже спалил эту всю толпу. Был бы, конечно, хокшот у Клокверка, это был бы просто ультракилл для кого-то. Но, как вы видите, на таймере всего лишь 34 секунд до начала игры, поэтому никаких хокшотов нет. Ну, давайте к декам перейдем, так победители, ну, почти что победители квалификации. Почти, но они едут на International, если я не ошибаюсь. Итак, Q. Q, Ancient Operation, будет бластами попадать просто по всем и не давать регенерироваться. А в сложной линии ХЗ будет на Клокверке играть. Ну, посмотрим, насколько он мастерски будет хукшоты свои показывать. Гардер, от которого очень много зависит в плане преследования вражеских героев и не давания им фарма, на Баунти Хантере играет. Шики, индианский такой бестмастер, смотрите, что-то у него было, какие-то корни у него индийские, 100%. Ну и Герокоптер. Агрессив. Агрессив. Очень хорошее имя для Герокоптера. Нет, ну хотя для Герокоптера какой-нибудь там М или Суб-15. Что-то такое, может быть. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас там по статистике. А ничего по статистике нет. Тогда не будем на нее смотреть. Но столкнулись уже крипы в центре. Вот так вот замечательно. Тут пришли шторма просто убивать втроем. Вот так вот. Но шторм там очень близко по своим таврам и спрятался. Кусты, однако кабанчик не до конца пошел. Ну, просто не доконтролили кабана, так бы, конечно, не отдавали. Так бы не отдавали. Саппорты же LGD делают на самом деле точно такой же мув. То есть только они мув вот через большой, вот так вот, да, через вражеский лес. Прошли они вот сюда, вот так. И сейчас, да где же вы там? И вот сейчас сюда добрались, будут пытаться заходить в спину. Ну. Да? Нет. Смотрите, передумали, пошли другой. Ну, видимо, вот этот вот вард спалил их, и как бы вот так, кстати, убить. Так вот. Вот так вот у нас неожиданно подкрался First Blood, саппорты решили, что, ну, не получилось в центре, тогда мы можем найти какую-то другую линию, где у нас все может получиться. Этой линией стала линия ботом, на которой они бестмастера, точнее, не бестмастера, а Бристлбека забрали. На этот раз смоук. На этот раз в смоке. На этот раз в смоке. Ну, давайте смотреть. В смоке, возможно, получится. Но, как вы видите, Шики все равно держится очень правильно вот в этой зоне. Треугольник безопасности такой у него. Ну, и ходит, естественно, тоже только сюда. А в этой стороне есть руна, которая появляется через 3 секунды. А Шики... Ой, точнее, не Шики, Силар. Почему Шики хотел... А, ну потому что про брюмастер, про бестмастера мы говорили. Так, слушайте, у нас брюмастер, бестмастер, столько мастеров, просто все мастера. Ну, чем больше мастеров, тем лучше, тем интереснее будет игра. В общем-то, сколько уже? 2 минуты, по сути, вот эти вот парни ничего на карте не делают, да, и весьма-весьма бесполезны. Сейчас как-то грамотно дздеки играют, видимо... То ли тренировались очень хорошо против вот именно стратегии с Лешраком и Shadow Demon'ом, то ли как-то у них интуиция работает. Ну, скорее всего, просто это тренировки. Ну, конечно же, интуиция тут тоже играет свою роль. Понимание игры и так далее, и так далее. Все играет свою роль, там настроение, какие-то другие еще, может быть,
вещи. Ну, самое главное, что пока... Пока, да? Ничего. Ага, ну вот нашли Bounty Hunter, хорошо. Ну, Bounty Hunter не ждал. О, конечно, вот так вот Диаболик, ксяу. Он попадает с Таном, Гардера преследует. Гардер просто бежит, тут в спину Талишака забили. Сейчас еще, возможно, ММА погибнет, да, ММА тоже погибает. А он так вот расстреливает баражем Силара, ничего себе, Силар пытается как-то уйти, ну попробует, конечно, он убежать, но недалеко он убежит, недалеко убежит, да, погиб он. Так, погодите, это у нас минус 2 или минус 3 получилось, покажите нам это боя, минус 3. И 1000 вред заработали. Как-то... Слушайте, так ведь серия игр у нас Best of 1, соответственно, нельзя будет как-то там залезать раны языком и потом ответить противникам. То есть проиграл, до свидос. Играя следующую игру. Best of 1 весьма в этом плане такая суровая система. Угу. Яо. Ну, у Яо хотя бы проблем нет. 21 крипа убил, ну практически то. Но вы знаете, тут еще как бы не все еще сделано в этой игре. То есть у Maybe вроде бы как фарм идет, у Yao фарм идет. Кэрри Бристлбэк. Ну вот Кэрри Бристлбэк, да. Ну, саппорты пошли наверх. Ну. Не очень хорошо. Пока начало. Может быть, дальше будет лучше. Ну, вот, кстати, вот если сравнивать саппортов, да, вот что сделали за 4 минуты 30 секунд Дздек своими саппортами LGD, то налицо преимущество у команды Дздек, ну, налицо, вы видите, 0-4 на экране, такой вот именно счет, и пошли, да, и вот опять идут, поняли, куда бить, нашли брешь в обороне противника, несмотря на вот этот вот вард, несмотря на него, проблемы Дздеки не испытывают с тем, чтобы приходить и убивать. Так, гирокоптер запрятали. Гирокоптер сейчас будет стану. Там уже подошел Гардер сзади. Так, Гардер отвлекает, просто расстреливает агрессив. Баражем забегает его молниями. Сейчас они Ксяо убьют, Ксяо погибает. Сорок прилетает. Шторм будет драться до конца, потому что надо агрессивно попробовать убить. Агрессив, он уходит. Агрессив сам-таки погиб. Ну, вот 2 в 1. Хорошо, ответили там еще Бристлбэк. Затем-то гонится, гонится. Он слизью наплевывает, настреливает. Эншин топора, что посмотрите. Даблкил. Селар. Так вот, ответили. Ответили LGD. 3-5 уже стал счет. И вот то преимущество как-то, ну, наверное... Давайте графики посмотрим. Видите, было где-то чуть больше 1000, и вот уже ровно 0. А по опыту еще и вышли вперед. Хм. Проблемка. Намечается, проблемка намечается. Честно говоря, вот с Operation'ом они ходят гангать, но не совсем понимаю, почему именно с аппаратом. То есть гораздо было бы удобнее гангать. Так, смотрим, что на сверху. Наверху у нас происходит сплит из-за агрессива. Погнались уже три пандарна. И, скорее всего, конечно же, они его здесь никуда не отпустят. Да, сос кричит гирокоптер, дергает ручку катапульты и катапультируется на фонтан. Тем временем шторм в центре-то. Ух, куда улетел Maybe? Так, а кто на хосте? Шудоудема на хосте. Шудоудема на хосте очень быстрый. Ну, прям сверхбыстрый. Да, так вот, хотел сказать, что, в принципе, для гангов, ну, Bounty Hunter хорошо. Bounty Hunter, как бы, к нему претензий нет. Это вот из разряда Night Stalker'а там, или... Спирит Брейкера или вот, ну, кого угодно, то есть вот такого вот персонажа, который может там быстренько как-то добежать до вас. Ну, то есть он-то быстро не может, но зато он может незаметно, что тоже, в принципе, полезно. А вот насчет Operation, то гораздо было бы полезнее, скажем, Леон или там... Миссанул. Даже в этом не повезло. Простите, друзья, закашлялся я. Ну, у меня открыты все окна, потому что... Лето, жара, а вот часто 5 утра, и в принципе не так уж тепло. Правда, и не холодно, но немножко зябко, поэтому вот я немножко так тут укутался, шарфик одел. Ну, вот, греюсь, поэтому, возможно, кашляю. Короче, я 5-й раз уже пытаюсь сказать, что лучше бы они Леона взяли вместо аппарата, и не получается. Ой, так, что там, Ксяо, 0-2. Птичку надо убить, но птичка как-то в одну, потом в другую сторону полетела. Здесь ракеты. Кстати, вот с ракетами, да, и ультиметом Operation'а такую можно дистанционную игру навязывать противникам, постоянно бросать их, постоянно проверять, постоянно скаутить. Вот
может даже в какое-то время, знаешь, тебе просто клокверка там с аппаратом поставить на фонтане, и пусть они постоянно куда-нибудь бросают эти свои ракеты, проверяют. Ну, то есть клокверка ракеты, Operation, там, Ultimate, вот, ну и проверять, где там что происходит. Так, дабл, вот, наконец-то расцвело, 8-я минута. Дабл дэмэдж у Брюмастера. Брюмастер пока, ну я бы сказал, пассивен. Ну, может быть, он ждет появления Блинкдаггера, а вот с появлением Даггера все уже станет абсолютно поинтереснее. Так, Геракоптер. Курьер был только что подрезан, но в нем особо ничего не находилось. Ну, хотя бы так. Тоже неплохо. Получили зрители приз за убийство, молодцы. Ну что, на Брюмастера нападение. Такое нападение слабенькое. На самом деле тут готовится нападение в ответ. Смотрите, в смаке MMA и Xiao 8. Ну, Брюмастер активно байтит. Но, однако, дздеки решили, что да, в принципе, мы готовы, но битва будет 3 в 3. Однако, Лаквер, хукшот, вот, по твоим хукшотке поставил, толкнул 2х, сразу же его закрывает, колдаун, сверху клэпает. Брюмастер нет, вот дерьма, правда, есть у него стики. В итоге у нас погибает Shadow Demon, а остальные будут отсюда убегать. Не рискнул я делать сплит, но потому что понимал, что уже проигрышное сражение, что у демона отдали, не может он никак помочь, лишь Роксанам не попадает, прокас не дает, соответственно, ну тогда я тоже ничего делать не буду. Силар, как у тебя дела, Силар? Давайте посмотрим, 44 на 5 у него вот такие дела и 10 стиков. Пассивный пока у нас и Maybe, видите, на 1.01 у него по статистике, не спешит никуда уходить. Ну, вы знаете, тут такая есть штука. Если вы находитесь на центральной линии и ваш визави точно там же находится, как в данном случае, то, может быть, имеет смысл стоять. То есть получать жир, да, противник качается, ну и вы качаетесь, и с другой стороны, противник никуда не уходит с этой линии. Соответственно, вы всегда знаете, где он находится. Во-первых, можете ган туда совершить, во-вторых, ну как бы держите его в напряжении, не даете ему самому гангать кого-то, ну, кого-нибудь, не знаю, кого, например, Бристлбека. Так, оп, хукшот, хорош хукшот, что Додемон тебя закрывает. Клакер Коги разбил и убегает отсюда. Так. Не совсем понятно вот в этих Когах. Ладно, давайте наблюдать за сражением. ХЗ получает, конечно, по себе очень много. Еще и шторм прилетел в Вортекс. Говорит, сюда, ко мне, мой друг. Ко мне, мой френд. My friend, to me. Что он там про Тинки рассказал? Many time, Тинка, many time, ничего не понял. Очень много раз, он говорит, много раз, как поется в песне, да еще раз, да еще много раз. Гардер же продолжает свою мышиную возню, вот так вот давайте назовем это. Или крысиную охоту, как бы там приятнее. Ну, тут мало целей для него, если честно. Еще и сентрячок стоит. So yummy. Но вот, правда, обзервера нет. Поэтому у нас ровным счетом ничего не видит. Ну, разве что за счет, конечно, подошедших героев он может видеть. Агрессивные варды в лесу. Ну, это понятно. Но, с другой стороны, тут же нет Чена или Энигмы. Вот как-то, может быть, поспешили с Баунти Хантером. Может быть, его... Ну, то есть, явно, что у дздеков Баунти Хантер идет. И они его периодически попытаются брать. Но, может быть, его тогда брать не во... Ну, то есть, не просто так, да, вот опыт Баунти Хантер, а в ответ, как бы, на какого-то Чен, там, еще что-то такое. Но, может быть, это ответ был на, не знаю, лишь Рака Шаду Демона, таких, типа, тонких героев. Но Баунти Хантер сам по себе тоже тонкий. В принципе, у него, видите, дела неплохо. 2-1-1 у него, еще и Курьера убил. То есть, теоретически, КПД у Баунти Хантера хорошее. Давайте по нетворсу посмотрим. Ну, нетворс плохой. 2000 нетворса, но хоть что-то. Учитывая, что там он убил всего лишь 6 крипов. Ну и вот Ice Blast бы сюда еще залетит, и все. И уже сорвана атака, получается, бить никого нельзя. Так, за курьера погнался. Ай, курьера-то не добил, еще и шторм прилетел. Ай, Гардер, иди сюда, мышонок. Такой радостный курьер. Смотрите на этого свинтуса. Он на граблях летает. Лол. Такой. Чем-то похож на героя из игры. Вот были, помните, Worms 3D, червяки, а потом еще и выпустили
про свиней, там тоже свиньи воюют между собой, вот как червяки, только свиньи. Вот что-то, по-моему, мне напомнило. Моделька. Ну, пока. Так. Ну что, ну, вперед. Хорошо защищаются, да? Как, кстати, хукшот и Влад. Влад, не понятно, куда Влад, нет, Влад все-таки попадает. Но успел себя запрятать, кстати, уже прислугак погиб. ММА, к сожалению, тоже погибает. Но тогда обрыватель должен запрыгивать, клепать, стоит, он сразу же успеет делать, клепает, не клепает. Остался один ХЗ, ХЗ погибает. На колдаун сверху по Пандаренам, там ветрак летает, инштапарейш, ну и шторм тут как тут, она под треком уже, Кью подтягивает к себе, Кью погибает, он тут здесь шики, но они сейчас тяло это разберут, и когда он тяло погибает, пытаются Пандаренов убивать, Брюмастер на блинке уходит, хорошо, 3 в 2. Насинг, вот так вот сказал там что-то шторм. Вот, кстати, Шторм единственный заработал по ходу этого сражения из-за LGD, а вот с деком заработали, ну, в принципе, все. Клакверк потерял мало. Так, Шторм летел, будет драться. Где Шторм? Шторм за агрессивом, да, агрессиво убить, Шторм уже погиб, вот так вот. Но я хотел идти, ну, вот плохо на самом деле. Как-то они не скоординировали свою атаку, в итоге еще и Силар попадает под Айсбласт и вынужден отступать назад. Не дают просто итог боя парни посмотреть, потому что быстро-быстро... Ой, и запрятался! Ай, молодец! Ай, ММАй, молодец! Ну, честно говоря, на таком уровне, когда вы играете, вы должны такие мувы делать. Поэтому, теоретически, в этом ничего удивительного нет, да, но выглядело красиво, выглядело эффектно. А что у нас с графиками-то? Ну, пока графики не говорят о том, что преимущество одной из команд хотя бы какое-то серьезное есть. В принципе, так. Кто лучше влетел, кто лучше инициировал, тот лучше и подрался. Силар. С Вангардом. Огрклаб у него имеется. Ну, плохо. Кстати, вот он групповой смок от Здека. Вы, возможно, в этом смоке сейчас что-то будет... ну, что-то это Силар. Что-то это Бристлбек, потому что он самый здесь ближний. Так, так. Ну, подошли, уже Гардер ничего не бывает. Кукшот сверху с хайграунда. Пытается отжать, он подошел, уже идет там же Коги. Коги, как он и погиб. Ну, неплохой фраг, потому что забрали они кэрри. И плюс еще и, наверное, тавр заберут. Нет, Брюмастер клэпает. Есть у него, если что, сплит. Колдаун сверху прячет шики Брюмастера. Шики выживает, доминет, потому кому-то уже ММА пытается сюда убегать. Гардер за ним, просто бьет его в спину. Тем временем Брюмастер в своей форме за всеми просто гоняется, за агрессивом в частности. И вот еще и Шторм подлетел. Хорош, Шторм за агрессивом дают. Нет, не убивает, агрессивно хайграунд уходит. Шторм за ним долетел, за хайграунд забил его. КЗ. Ой, прожал, Сики, нормально. Яо надо бить, Яо клепает. Кью, он просто с ультиметом и забрал. Ай, хорошо. 2 в 4. Вот такой вот у нас активный файт был. Может быть, на этот раз мы итоги боя посмотрим. Кстати, зарабатывали все. Все заработали. Шторм Брюмастер, несмотря на то, что погиб. Баунти. Ух, как много. Ну, треки. Хотя вот тут вот не показано, что... Нет, треки. 4 трека дал. 4 трека. Еще и дэмэджа внес 1200. Нормально так. Неплохо, весьма-весьма. Очень даже. Так, подождите, а он опять пойдет в какие-то догоны собирать или нет? Ну, пока 1500 денег еще о догоне рано говорить, но медальку какую-то бы собрать вот было бы самое время, мне кажется. Что касается Рошана, то... Нет, все-таки догон, слушайте, ну вот... Что-то... Окей, смотрите, как бы догон, ну всем понятно, что это аркадная тема, что это тема из спава, да, то есть у вас все хорошо, вы покупаете догон, ходите там типа нагибаете, унижаете своих соперников. Если человек на таком уровне покупает догон, то это значит стратегия, то есть они сознательно идут на это, то есть не просто так я хочу купить догон, да, а это как бы по договоренности, что называется, то есть вся команда знает, что вот именно он будет уходить в догон, да, для того, чтобы там как-то овердэмэдж наносить, там трек, догон, как-то тюрикен,
Ну, такой у меня ответ на этот вопрос, ну, потому что не может человек, который едет на International, просто так собрать догон, ну, просто потому что там счет 10-14, и у него там 3000 голды преимущества. Не может. Здесь есть смысл, подоплека какая-то, идея. Идея у этого Баунти Хантера в глазах. Посмотреть на его глаза, и там по-любому видно, что что-то он там... Сейчас не видно, конечно, потому что... разве что вот так вот. Там у него шляпа, все равно незаметно. Пока как-то LGD безыдейно выглядят вот последние несколько минут, потому что они действуют только лишь через центральную линию. Постоянно вот здесь вот где-то они тусуются. Тавр-то уже потеряли, но все равно продолжают там как-то периодически... ну не периодически, а постоянно. Они здесь вот постоянно по центру вот так вот. Видите, взад вперед ходят. Туда и назад. Оп, тавр забирать надо, хорошо. Тавр, забрали хукшот. Нормально, коги есть. Силар закрыли. Стан мимо. Колдаун, все заходит мимо. Силар погибит. Ай, погибает Силар, там еще и проседает. ММА проседает. Ксяо Эджи, и тут накричали на Мэйви. А Гардер пытается выживать. Нет, Гардер уходит в инвиз. Неужели он спасет отсюда, Гардер? Слушай, он даже без инвиза, по-моему, был. Шторм за ним, замедляет Штормова. Он Гардер спасается. 2-1. Ну вот опять хороший размен, и прыгают туда дальше, и треки, уже два трека, шторм на всю ману улетает, там будет преследование. Который раз и размен вот такой отличный. Опять погибает Бристлбэк, несмотря на Вангвард, вот вообще несмотря ни на что. Ну, видимо, БКБ надо, потому что без БКБ не получается. У него танковая, там очень много магического урона, ну, может быть, даже слишком много, я бы так сказал. Чего стоит один Operation, который не дает тебе стики просто прожать? Ну нет, хотя ты стики прожать можешь, только вот смысл в этом отсутствует. Так, друзья, ну что, давайте этим самым утром, раз уж вы все проснулись и пришли к нам на трансляцию, будем с вами потихоньку... общаться. Ой-ой, Blast. Подтянул, Operation развалил. Так, ну кто тут сам замерз? Ай, хорош! Ну вот это уже была ошибка. Забрал Operation, да, это легко сделать, но замерз, Шторм, но замерз. Так вот да, друзья, пишите, что же, как же вы проводите это утро, помимо того, что в нашей компании, что вы, чем вы завтракаете вообще, что у вас, есть ли у вас чай, например, может быть, вы уже позавтракали, или, может быть, вы только планируете это делать, или что, высказывайте какие-то свои мнения по поводу этой игры. По поводу, например, игры Силара или там еще что. Ну, кстати, у Силара-то 2400 на руках, но, правда, это все равно еще не выражено в артефактах, не выражено в БКБ. Вот если бы у него было БКБ и сверху вот эти вот деньги, было бы гораздо лучше. Но вот сейчас, наконец-то, LG начали что-то делать, догон там уже у Баунти Хантера. Но кого можно догонять этим догоном? Посмотрите, у Ксяо, например, 891 хп-шечка, здесь 777. И вы знаете, вот учитывая, что можно постоянно напрягать противников ракетами и ультимейтами Unstoppable, то догон смотрится весьма, ну, то есть тут уже и неплохо, да? То есть вы там одну-две ракету забросили, у Ульшрака там уже 700 хп, там Ice Blast, если попал, на плюс догон, и весьма это неприятно для саппортов. Вот если бы у всех было по 1700, как у Силара, тогда бы да, а так вот только Брюмастера полторы и все. Ну, конечно, еще у Шторма Блудстоун, но опять-таки Блудстоун появился уже какое-то время назад, и он уже успел потерять там несколько зарядов, сейчас там 6. Вот Лишрака. Вот, пожалуйста, можно трек и догон туда дать, и вот Лишрачку будет весьма вельми неприятно. Так, хукшот, куда хукшот? Хукшот попал в Мэйви, хорошо. И КЗ там еще и колдовно прилетел, правда, шторм улетает оттуда. Понятное дело, что он туда улетает, а вот ему не шторм защищает, ну, шторм будет драться, и КЗ просто разбирают. Нормально, КЗ убил, там сплит сделал Брюмастер. Ну и шторм улетает. Ай крик. Ксяо. Погибает, там мать тупаут, Слар тупаут. Все тупаут. 1-2-1. Ой, а Яо достает здесь! Яо. Опять, смотрите, вот опять размен один, постоянно как-то размениваются. Не очень хорошо LGD. 1 в 2, там 3 в 2.
Нет, 3 в 2 не было, 1 в 2 несколько раз было. В общем, в любом случае, в любом замесе деки выигрывают. Догон, кстати. Ну, нанесли, в принципе, не так уж и много, но тут как-то сумбурно, в общем, дрались LGD. Непонятно, не хотели, драться не хотели. Шторм сначала улетал, потом возвращался в сражение. Ну, в общем... Ну, то есть он улетел, понятно, что как бы надо было улетать, потому что там колдаун залетал, потому что там в когах это все было, там близко к ним. Но, может быть, тогда надо было улететь и все, и как бы всем отступить, пытаться. Ну, решили, что будем драться. Вот так. Видите, Баунти Хантер уже не боится, даже в спину на Силара нападали. И хокшот прилетел за 3 километра, хз, кога накрывает Силара, хорошая, из пласт туда же, Блейдбейл прожал Силарушка, БКП не спасает. Вот так вот. Смотрите, этот Баунти Хантер такой мышонок просто. Ай-яй-яй. Какое время, спрашивает Clockwork? It's killing time. Время убивать. Да. Ну что ж. 2-6. 2-6. Bristol Back. 2-6. Ну я как-то удивлен, конечно, от Зеки играют... Я даже не знаю, как назвать эту игру, то есть нельзя сказать, что они сверхагрессивно играют. Ну, для такого пика, да, для такого пика они сверхагрессивно, но все равно как бы, ну, то есть у них есть Clockwork, у них есть Operation, в любом случае они должны агрессивно играть, потому что Clockwork берется для того, чтобы вырваться с хукшота, оставить коги. А, вот, но мне что-то казалось вот во время драфта, что гораздо сложнее будет, в общем-то, это все исполнить. Трек там Шторм, куда ты? Ай-яй-яй, слабел его Пейджа и когами толкнул! И без воды накричали на Мэви! Мэви, слышу, здесь один Мэви погибает в реке, утонул! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И воспользуются сейчас ситуацией, воспользуются отсутствием Шторма и сразу же придут разбирать Рошана. Однако там уже набегают, набегают, там есть Яу. Но Яу-то что может сделать? Он может только прыгнуть, клепнуть и сплит сделать. И все, Гардер сейчас треки разбросит, ну вот одного даже трека будет достаточно, чтобы посмотреть, кто там где находится, еще и ракета, которая там всех подсветила. Надо заходить либо сейчас, либо никогда. Пошел Яо по трекам, выходит, клепает, БКБ прожимает агрессив, сплит есть, куки поставлены, просто разбегаются все отсюда, преследование Шики, Шики погибает. Так, кто у нас лишь рачок, тоже погиб. Дальше, ХЗ подцепили и ХЗ убили. Все-таки не самая лучшая была идея, правда, байбек делать Clockwork, Мамай уже погиб. Дабл килл. Так, есть там треки, Брюмастер без маны, Шторм за Гардером, Гардер ушел в инвиз, ой хорош, там спрейт, Силара на никого он не накрыл, ну как, Гардера он не накрыл, Шторм. Что, сейчас поставит ремонт и убьет Гардера? Нет, не поставил. Не поставил. Гардер был на волосок от смерти. Не хотят отдавать Рошану. Ну, понятно, почему там. Слишком лакомый это кусок. Герокоптер пока под фар. Кстати, у него 300 на руках. Герокоптер хорош. Интересно, будут ли здесь какое-то время команды находиться, либо разбегутся. Ну, у Шторма маны мало. Очень маны мало. Так, прилетел, подтянул к тебе Clockwork'а. Clockwork. Блейдмейл. Слизь. Слизь, Бладмейл и ракета в Шторма. И Шторм, кстати, уже без маны. И без маны Яо. То есть теперь можно спокойно забрать Рошана. Но нет, не делают этого от Зеки. Ладно, ну не делают, так не делают. Может быть, чуть попозже. Кто-то пишет, что около 3 бачей поставил на секрет, и похоже, Дздек Изи Вин. Ну, все похоже на то так. Оп, закрыт, закрыл ММА, но это не важно, потому что сам уже погиб. Развалили. Эти курьеры, конечно, в доте, вот не поймешь, например, вот ястреб это курьер или это просто ястреб. Потому что очень похожи там иногда модельки. Так вот как-то... Иногда можно запустить. Ладно, подходит, но уже мана есть. Смоки, Рошан уже забрали, есть клэп, есть БКБ, я буду драться, пока есть БКБ, потом делает сплит, колдаун сверху накрывает, там, ну, не очень хорошо накрывает, конечно. Яу, ух ты, какой Яу-то жесткий, Яу очень много КП. И вот теперь только сплит дает, но Герокоптер понимает, что можно отдаться. Гардер погибает, Герокоптер сейчас воскресит, там Ветрак летает Бисмастер может ультануть, Бисмастер может БКБ, прожил Герокоптер и пошел во всеми страшно, потому что деваться-то уже некуда. ХЗ, если бы Коги поставить, как-то есть крик, просто Мэйби не отпускают, Мэйби, надо еще Коги зажать, Мэйби, нет, он улетает, хватило ему времени, чтобы это сделать, и в ХЗ в спину ему долбят, просто этой своей, не знаю, поварешкой я убил его,
минус 3. Силар пытается как-то блокировать Бестмастера. Бестмастер не ушел. Хорошо. В общем, агрессив один выжил в этом сражении. Смотрите, 3400 золота практически заработали, 1000 потеряли дзеки. Но вот все-таки Рошан аукнулся им. Урона как-то маловато нанесли, но там очень хорошо Брюмастер зашел, потому что БКБ у него было 10-секундное. И вот он 10 секунд просто стоял и бил. И Силар вот то же самое. Да, баунти со вторым уже догоном. Ну вот, как только БКБхи станут поменьше, тогда будет драться попроще. Но, ой-ой-ой, по четверым попадает Бластом. Вот сейчас бы как-то атаковать. Но нет, сразу же LGD разбегаются. Сразу же. Хотя нет, вернулись. Так, полетел шторм, пока бы успел прожать агрессив. Клэп от Лаяо. Колдаун ни по кому не попадает. Гардер убегает, за ним просто погоня. И все, на останок это посадили. Ай, БКБ, Яо прожал, у него нет ультимата, надо пробовать его зафокусить, там Грисик поднимает, Задыр прилетел, Задыр заставил, Коги поставил, Яо, все еще выживает, похоже, он Тики поражал, Яо живой, здоровый, минус Гардер, а Яо, все еще же все, просто Яо летает, а из бас, прошло, бап, Яо закрыли, ой-ой-ой-ой, момент, что делаешь, Кью погиб, минус 4, опять такие шики, один единственный выжил, слишком много дэмэджа хотели они очень сильно убить Брюмастера, но это все против, ну, против зеков сыграло. И вот сейчас, смотрите, еще один переворот, еще 2600 зарабатывают. Вот сейчас есть смысл посмотреть на графики, которые просто, ну, то есть, видите, было преимущество в районе там 7000, я думаю, 5, ну, где-то 7, да. И вот сейчас оно в ноль выйдет после этих двух сражений, и Саша Яша у Бристлбека появляется. Весьма неплохо. Очень даже неплохо. Ну вот то, что казалось изи для дздеков, вот теперь уже изи не кажется. Но у них начало было хорошее, такое, знаете, старт удался, что называется, быстро там переключили первую, вторую, третью передачу, а дальше уже длинная четвертая, и вот пока они на нее переключат, вот не получается. В драг рейсинге пока что LGD на больших передачах себя лучше чувствует, но посмотрим, может у них там седьмая, восьмая передача похуже. Иллюзион. Та-дам. 30 минут ровно практически прошло в игре. Сейчас уже почувствовали свою силушку LGD. Сейчас уже шторма вроде бы как восполнился этот Бладстоун. Зарядов столько же, сколько было изначально. У него Оршит есть. А и будет собирать он себе Хекс, видимо. Слушайте, а между тем солнце-то уже встает потихоньку. Я удивлен, что так много людей у нас на трансляции в столь раннее время, но важные матчи, все-таки интересные турниры. После феерии, которая была показана командами на отборочных на International, всем хочется еще больше Dota Classic посмотреть. Ну не переживайте, скоро International уже, друзья. Скоро август, ну как скоро, последний месяц лет это только началось, но тем не менее. Но опять-таки и этот турнир тоже хороший, посмотрите как сражаются, все-таки у нас по ходу этой, например, конкретной игры было несколько переворотов. Или один у нас был, давайте посмотрим. Ну вот, если смотреть линию пересечения, если считать линию пересечения нуля за переворот, то их было там около трех. Айсбласт опять по всей команде, по пятерым Айсбласт. Но вот уже не очень хочется пушить, тем более еще и коги стоят. Ну вот в этих когах непонятно, какой ког активный, какой нет. То есть каждый ког, вот эта вот шестеречка, она может только один раз по вам попасть. И она теоретически должна изменять цвет, когда она вас задела, сработала пружинка вот эта вот. Ну, тут в этом скине непонятно, сработала она или не сработала. Так, там у Герокоптера МКБ, если я не ошибаюсь, появилась. Да, но вот уже первый артефакт на дэмэдж. Есть несколько защитных артефактов, там артефактов для плотности, в принципе, начальных артефактов. Ну, вот теперь надо дэмэдж МКБ, а дэмэдж если нужен. Посмотрите, 32 минуты. В принципе, нормальный тайминг для парейшена.
как бы Мидаса гоним. Что еще надо? А тут под треком пытаются Ксяу забрать. Оп, оп, урна еще и туда. Ну и Гардер, конечно, прыгает вперед, продастан под себя Ксяу давал. Слушай, прыгал хорош, но погибает. Вот сейчас, конечно, Гардера могут в ответ забрать, но он-то уже сделал фраг. Он уже под треком-то золото получил для себя и команды. Сколько получил? Подождите, это Клокверк получил? Клокверк получает за Шадоу Демона. А, одновременно там где-то убивали. Но мы наблюдали конкретно за этой историей. Второй. Причем, как-то я уже заметил несколько раз, так вроде бы Гардер действует до второго догона, апдейтит. А потом вот что-то другое. Вот Форстав, например. Вот уже третий. Ну, понятно. Ладно. Теперь третий. Ну, то есть он получил догон и не сразу там его догон, да? 7700 или там сколько? 7200 стоит пятый догон вроде бы. 7700 вроде. Проверим. Да. А, вот, он купил второй и дождался появления Форстафа. Тогда с помощью Форстафа он убил. И Шрек пошел, трекать. Да, трек, шторм полетел. Конечно, разведка решает все, поэтому Баунти Хантер в этом плане очень полезен, когда там на штормах, на прочих керри-персонажах... есть всякие треки, которые не дают возможность им спокойно фармить или спокойно перемещаться, какие-то ганги совершать. Погиб големчик. Так, бласт полетел, вот так, демона и шторма. Ну, шторма нет. Шторма нет, а что-то у демонда. Так, баунт, поставь тебя, уходит в инвиз, спасает. Пока у нас немножко игра приостановилась, потому что, в принципе, силы равны, и сейчас очень важно нарастить мышцы, нарастить массу для следующего сражения. Ну, а следующее сражение, по всей видимости, должно состояться именно на Рошане. Ну, хотя тут еще 3 минуты до появления Рошана. Вот тогда еще 3 минуты посмотрим, как будут парни увлекательно фармить, разве что... Вот такой кратер, конечно. Забавно, знаете, что если бы вот эти вот эффекты от калдауна оставались до конца... Кстати, вот кого-то нашли. Гардера нашли, у тебя Форсафи, уезжает на Форсафи, погибает. На Сентреке, ну, в принципе, логично. Так вот, если бы эффекты от калдауна оставались бы до конца игры, было бы интересно посмотреть на карту. Просто вся изрыта кратерами какими-то. Атомной бомбардировкой. Силарчик. Ну вот, через центр. Через центр LGD постоянно действуют. Так нравится, видимо. Ну, такая. Хотя, правда, ну, то есть они как бы врата забрали все, да, но все равно, ну, то есть могли зайти и по боту, и по топу, но предпочли через центральную линию заходить. Так, там фортификацию используют обе команды, я так понимаю, для того, чтобы тавр забрали. Тавр с деки забрали. Окей. Нет, не обе команды. Фортификация только от деков была. То, что LGD еще в кулдауне. Ну, у них-то преимущество у LGD, я имею в виду, по таврам, потому что у них все еще два тавра внешних стоят. А это значит, что с деком надо будет гораздо больше усилий приложить для того, чтобы после выигранного сражения, если они его выиграют, попробовать добраться до вражеского хайграунда. То есть надо будет еще тавр забрать, а все-таки это время. Ну, хотя там, если, конечно, у геркоптера появится там рапира и доедалус, то это время, ну, можно этим временем пренебречь, но пока-то еще нет ни рапиры, ни доедалуса. Пока вот, ну, надо бы в сатаник еще успеть выйти, может быть, даже стоит продать сейчас аквилу или там, ну, ТП не стоит, наверное, продавать, а вот аквилу продать и купить ривер, чтобы, ну, хотя бы плотнее быть. 1600 хп вроде немало, но как бы лучше больше. Нет, это не... это вот так вот, это выход в баттерфляй. Ну, может быть, тоже имеет смысл. Так, а где шторм? БКБ, вот самая главная проблема у дздеков, что у Бристлбека и у Брюмастера появились БКБхи.
Там еще, ну, Шторм, видите, пока без БКБ, но у него линка. Может быть, все-таки БКБ было бы поважнее для него. Так вот, накричали здесь на Силара. Колдаун сверху полетел, как приходит. Окей, Куги поставил, там Эйвен пытается контр инициировать. Колдаун залетает, там уже БКБ, просто все прожали агрессивно. Стреливает всю команду, Яо здесь один, остается сплит, он ничего не дает. Потому что есть возможность пожить, просто... Но его убил, заперт, он не дал сплит! Или что, я не понял, в чем проблема была, ну как-то он ошибся в, этом, в этой ситуации, хотя он Сики прожимает, пытается выживать, но он тоже погибает, даблкил, кто-то наверху, наверху maybe. Что-то как-то с Брюмастером произошло, и я не понял, его мгновенно просто убили, у него там было, ну вот если это полоска КП у него, то примерно столько у него оставалось, еще значительный кусок, ну там где-то хп 500, наверное, или что-то такое, а потом как-то оп. То ли он замерз, то ли что-то такое, вот, казалось. Шторм Курьера убил, но там в Курьере ничего не было. Короче, под эффектом Ultimate Operation он находился, видимо, и там как-то, ну, просто перегорел. Шторм будет пытаться развлекать противников, чтобы не дать им быстро забрать Рошана, но, как бы, можно попробовать единственное, это забрать Аегис. Решили, да, ну его нафиг, этого Рошана, не хотим с этими штормами, краденными Аегисами иметь ничего общего, лучше купим Баттерфляй. Ну и вот, собственно, Баттерфляй почти что готов. Что я открыл, не понял. Сам не понял, что хотел. 20-432, после этого сражения, как у нас там изменились грави. Ну вот видите, опять переворот произошел, то есть вот туда вниз все подкатилось. Ну, герокоптер довез. Так, Баттерфляй, ну тогда мы будем Рошана убивать, говорит LGD. Но здесь уже инздеки-то готовы, там у всех все есть. Ультимейты от всех команд. То есть сейчас Бласт будет залетать и ракета. Что это летит? Это летит ракета. Вот это вот летит Бласт. Ай, Бласт. Ну, Рошана-то они забрали уже. Шторм подобрал себе Егис. Ну вот... Как-то... А почему дздеки не подрались? Странно. Не понял я вообще. Ну вы знаете, мы говорили с вами о проблеме дздеков, что там, дескать, БКБ у LGD, сложно как-то пробиться сквозь эти БКБ. Но та же самая ситуация и с герокоптером. У него сейчас МКБ и... И Баттерфляй, и попробуй пробейся. Оп, накричали на Силара. Хукай, там Клакер, колдаун сверху пошел. Есть Некрономикон, Некрономикон цель никому не делает. БКБ на агрессиве, просто все разбежали сразу для стороны. Шторм пытается кого-то убивать, а Шторм улетел уже вниз, убил он Баути Хантера. Там БКБ, Брюмастер бегает и уходит назад. Ну, БКБ потратили. Баути Хантера тоже потратили. А теперь-то они отступят, вот в чем дело. Да, Егис. А, нет, кстати, будут драться, но у вас же мало хп, там сейчас Бласт еще раз залетит через, там, 15 секунд. Что вы будете делать? Клакер там Коги там с краешка поставил. Так, Тавр потеряли, его уже можно бить Барака. Барака очень быстро проснет, там просто лютый дэвоч у Бристлбека, 143 плюс 252. Нормально, так, прыгает, игрокоптер, но это тоже БКБ закончилось, агрессив, просто подстрелил, агрессив, погиб! Ой-ой-ой, байбек сразу же, моментально байбек, потом же разложился Брюмастер. Пока просто бьют бараки разные, со спины зашел ХЗ, ХЗ с Мэйби, Мэйби с ХЗ, там еще наверху тоже сражение, колдаун сверху залетает, Силара, в Силарушку! Ну, за Силаром преследование, и вот нельзя его отдавать. Ну, как-то все успели разбежаться вот здесь, вот, кроме Силара, конечно, за которым ракета летит. Реген. Реген, ну Клакер сейчас может хукануть. А, БКБ, хорош, Силар, понял, что нельзя. Нельзя погибать. Нельзя. Ну вот сейчас герокоптер, конечно, сыграл не очень уверенно. Ну, то есть, потеряли сторону как раз из-за действия агрессива, который подошел вот сюда. Без БКБ, и здесь его приняли. Вынужден он был тратить деньги на байбек, и так далее. Ну, шторма уже шила. That's for me. Ну, шторма уже шила. Так, полетел. Ух, как полетел!
крипов убил. В общем, посмотрите, 55 уже мана регена у шторма, то есть неплохо. Может позволять себе такие вот залеты на очень длинные дистанции. Покруче гирокоптера летает. Запрятали сейчас на хайграунде. Ну, кстати, интересный мув напасть в спину. Ой, шторм просто во всех прилетел. Шива БКВ сразу же. А у Мэйби да есть Аегис. Колдаун залетел в сюда. Рейслар БКВ, пожалуй, не попал ли по нему, соответственно. Запрятали Мэйби. Мэйби улетает. Там некрономикон уже закончились. Агрессив без БКВ уже. И в него клэп. Ой, Спортэф этого пытается спасать. Он уже погибает. Залетает на Айсбаст. Аегис вымели. Но есть сплит. Хазайс, он никуда не бьет. Разве что форсаж через 7 секунд. Он 7 секунд, он не здесь не проживет. 7 секунд. Погиб. Ветран. Гардер. Нет, Гардера даже не прожимал. Там ничего. И шторм дальше. Шивы-то полетел. За Шики иди сюда, мой дорогой. Я тебе тертел. Джи-джи. Ну вот так вот повернулось все совсем по-другому. Хотя Зеки могли выиграть эту игру, но не хватило им в финальной фазе дэмэджа. LGD Gaming Victory. Проблема в том, что дэмэджа не хватило. Вот одного гирокоптера, вы видели, что случилось с гирокоптером, он не мог просто всех расстрелять. То есть гирокоптер почему сейчас полезен? Мы с вами обсудили, да, потому что у него без задержки идет рокет-бараж. Да, он много вроде бы дэмэджа магического вносит, но когда у противника в БКБ магический дэмэдж просто ни в кого не влетает.